Ну что, друзья, давайте все-таки я попробую получить в Ведьмачьей древности улучшение школы Кота 3 третьего уровня. Расчета хоть на 29 уровень, у меня всего 19, но попробуем. Так, ближайшую точку я уже выставил. Все, побегут, какая-то живность. Не буду сейчас ни с кем связываться. Ой, тут они вокруг. Вокруг всяких живностей. Так, тут у меня рядышком вроде как. Ты хоть раз тут с ведьмаком дрался? Блин. А чё ты? Меч-то достань. Да блин. Вот теперь давай. Габриэль. Чё ты за Габриэль такой взялся? Блин, да где меч-то у меня? О, другое дело. У меня сейчас опять перевес будет. Я ж так и не получил. Так, не надо мне этой ерунды всей. Всякие тут бегают, лазят непонятные. Мне еще интересно до задания. Побыстрее. Получить, прокачаться, это все дело сделать. И потом можно будет спокойно. Так, тут тролль, ё-моё. Так, ты кто у нас? Ты друг, не друг, враг, да? Вижу. Элементаль. Каменный элементаль. Подожди, сейчас я посмотрю, как стал бороться. Элементаль. Так, ну ты у нас не огня, ты каменный у нас. Но я думаю, там примерно что-то похоже. Двумеритовая бомба. Северный ветер какой-то. Так, магическая тварь, да? И аар. Магическая тварь и арт. Так, где у нас против магических тварей? Меч у меня уже хромает. И у меня заряжена уже бомба. Так, сейчас посмотрим поремонтировать немного. Есть у меня чем-то. Есть. А арт это у меня что? Это вот это, да? Удары. Тихо. Бомбу не поставил. Подожди. Это, мне кажется, я не туда пошел, куда надо, да? А это блокирует, получается. Не пробила его. Вообще не пробиваю. 27 все-таки не мой уровень, видимо. Совсем. От слова совсем. Так, а смогу я так найти, если. Бля, он не даст мне, да? Знак найти. Не получится обмануть, обхитрить всех. Да блин. Наверное, не получится, не даст. Mm.
Мне, по идее, нужно найти знак, наверное. Вот знак, знак вижу. Здесь стоит осмотреться. Может, получится, типа, отжать просто, да и все, и не убивая. Че смотреться, я уже видел, где-то здесь он сундук, вот. Отлично. Все, мы сделали это. Мы это сделали, ребятки. Что-то мы уже забрали. Так, теперь обратно-то сюда бежать. И потом на следующей точке. Где красавчик? Иди сюда. Давай. А кстати, я хочу забрать третьего кота. Так он может будет и сделан для какого-то большого уровня, не для моего. Быстрее всего. Что-то я об этом даже и не подумал. Блин. Так, где знак-то? Вон знак. Знак-то вон тут в пещере стоит. Блин, провалился. Провалился я куда-то. А знак там наверху, да? Я куда-то провалился. Да ёб красота. Какая-то пещера. Ну, в мои планы сейчас не входит по пещерам лазить-то, блин. Так, можем как? О, нормально. Так, и где тут сразу знак? Вот. Пещеру засветили, хорошо. Так, и нам сюда тогда. Так что, может, зря я сейчас и бегаю за котом, потому что... Господи, ну откуда вы-то взялись-то? У меня рюкзак полный. Чё мне с вами делать-то? У меня полный рюкзак, что мне с вами делать? Как коник там будет плутаться. Так, где ты? Иди сюда. О, еще бандюган. Кишки свои не потеряй, там кишки, смотри. Вах, вах, вах. Стоит, и мы приехали, блин. Блин, ну раз бесит. Не могу даже, блин. Бля, уровни вообще сразу мощнее же все. Даже херы нахрен эти мощные, блин. Даже нахрен мощные. Давай, давай, вылазь. Там много, походу. А мне как раз туда, да? Да, вон у меня... А, знак у меня вот здесь. Так, а мне в пещере надо искать. Мясорубка, блин. Блядь, а меня затопчет. Иди сюда, вылазь.
Блин, вообще там. Тихо, 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 тихо. Вот сука. Одного здесь поджарил. Давай, давай. Все сдохли. Ух ты. Так, у меня рюкзак будет вообще переполнен, блин. Так, используйте чутье. Блин, там много всяких. Там много всяких тварей. Так, где мне искать-то? В пещере надо или где? Ты кто тут? Дикий скальный тролль. Ой, и нахер. И нахер. Скальный тролль, и нахер. Надо сохраниться. Я не пробиваю вообще. Так, скальный тролль. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Так, по бомбам нужно что-то серьезное. Так, тролли, что у нас, тролли, тролли. Элементаль. Бля, не помню. Кто у нас тролли? Скальные еще тролли. Есть ледяной тролль, скальный тролль. Так, это масло против огров и квен. Масло против огров. Вот. Так, стоп, подожди, гранату. Так. Thank you.
паскуда! Давай, чуть-чуть осталось. Сдохни уже. Фух. Так, у меня ласточка кончилась. Так, а я отсюда вышел или нет? Все. Зачем мне здесь проход? О. Так, что здесь у нас? Вот у меня чертеж. Вот и все, и не надо дальше. Мозговалось. Все, а потом этих можно будет прийти и убивать сколько угодно. Для нас сейчас самое важное — это забрать чертежи. Так, ну, подруга, куда мы скачем? Стоп, не сюда. Так, сначала, значит, сюда скачем, да? А потом, блин, все так далеко, все в стороне. Тут проскачиваем мы или нет? Да, уже по уровню уже чувствуется разница там. Сильно чувствуется даже, я бы сказал. Мощненько так. Так, что, с деревни, наверное, да? Поедем туда. Так, торгаши есть здесь? Дайте мне скинуть хабр. Так, время, время. Торгашей нету. А, и так тоже нет. Не так, не так, торгашей нету. Да, да. Я людей спас от этого, от волколака. На ребятишек не гляди, испугаешь еще. Мама. А вон торгаш идет. Торгаш, иди сюда быстрее. Что ты? Приветствую. Надеюсь, у тебя деньги есть? Покажи свой. Так, 1000 есть. А, отлично. Ух ты, серебряный меч у него какой. Ничего себе. Магрен. Ну, вообще неплохо, очень даже неплохо. Давай-ка я... А, нифига он у тебя стоит-то, блин. Блин, я бы даже, может, купил бы. Трофей суккуба. Дополнительное золото. Так. Так, ладно, давай этого продадим тебе. Так, вон он, блин, вон у меня тут 120. Но Ирдена, Ирден мне, в принципе, не нужен, 2%. Шанс вызвать заморозку. Блин. Серебряный. Так, это продадим. Так, стальной тут у меня есть. 18, пробитие доспеха. Так, ладно, будем думать потом. Давай говняники эти отдадим. Так, тур. Нифига я махнул там. Так, тяжелый доспех. Отдаем, кираса. Отдаем. Да это все давать, мне все равно надо свое делать. Так, из хлама что у нас есть? И меч, да, я у него тоже покупать не буду. Поношенная шкура, мусор. Букет, мусор. Шкура, мусор.
цепь, тоже мусор. Ну и все. Так, меч я не буду брать у него. Свое буду делать. Бывай. Говори. Бывай, бывай и так. Приветствую. Блин. Да иди все уже. Не мешай мне. Где плотва? На. Там летает, что там большое и жирное. Там летает, тут оползают. На. Там летает, тут ползают. Черт знает, что творится. Так, что нам вниз надо? Ну да. Рассадник чудовищ. Называется локация. Так, нам знак нужен. Вот он. В пещере надо искать, да? Там, где тролль большой и жирный. Мне главное найти ящики и свалить. Явно этих киборгов не побью. У нас там дальше проходит, а ящики вот тут. Голем. Да иди ты драться, ё-моё. Давай собирать все. Так, тихо. Так, давай вот это разрушим. Что там, блин, что там было? Где просвет? Давай его оттащим. Иди сюда. А я не смогу ничего собрать. Да, не дает ничего собрать. Не пробито. Пойдем за мной, к выходу. Иди за мной. Чего ты встал? Давай, давай, иди сюда. Иди, иди сюда. Давай, давай, иди сюда тут. Не пойдешь тут? Иди, иди. Давай, давай, давай. За мной идти. Значит, побежим туда. Давай, беги, блядь, тварь, блядь.
Бля, ну пока его нету, блядь, взять. В сундуке он не дает. Ничего не засветить не дает, не взять. Что-то здесь есть. Надо использовать глаз. Давай, используй. Так, давай, пошли обратно в него. Так, иди сюда, дура. Давай, давай, давай. Иди сюда. Блин, я ему даже урона не наношу. Да и беги ты, тварь вонючая, блять, а. Где этот проход? Бля, мудила, бля, сраная, блядь. Сука, блядь. Бесишь, блядь. Кто там у нас? Голем, блядь, или кто у нас? Ты кто у нас будет? Голем. Так, где у нас голем? Голем. Так, что у нас? Двуритовая бомба. Двуритовая бомба. Правит магических тварей. Магических тварей. Так, меч надо отремонтировать еще. Так. Гнусный же ты. Вот мне и не пробить его вообще. Даже с маслом. Может заморозить его, по-моему. Заморозить и бежать туда. А этот олень, бля, не побежит тоже нифига. Это тупое управление, бля. Так, где у меня заморозка там была? Северный ветер. Мне бы открыть тут дверь бы. Посмотри, чтобы вот этот олень то оббежал, блядь. А не уперся, блядь. Дебила кусок. Вот чё, бля, ползет, блядь. Давай, нам надо как-то открыть двери тут. Вот, вот, давай, давай. Вот и все. А сейчас удастся еще и ящики заберем. Вот и чертеж забрал. Пилот. Школа кота. Мне теперь даже пещера это не нужна теперь. Что там за волшебство такое?
Что-то такое-то вообще. Трупики одни. Одни трупики тут что-то. Куча-куча интересного. Куча интересного и куча вкусного. Ну и все, теперь что, надо возвращаться и делать новые комплекты нам. Одежда, оружие. Я думаю, будет интересно.